Хорошо, Анна. Мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Отлично. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Анны. Извиняюсь, немного припоздала. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК, мы приветствуем куратора или учителя Анны. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Елизавета, приветствую всех в этой комнате. Приветствуем вас, Елизавета. Вы куратор? Да, я куратор Анны. Замечательно. Мы сегодня проводили проверку Анны. И у нее остались 10 вопросов к своему куратору. Будете ли вы так любезны, уважаемая Анна, и прошу прощения, Елизавета, ответить на эти вопросы? Да, конечно. Для этого я здесь. Благодарю вас. Первый вопрос. Уровень моего высшего «я». У тебя 12 уровень высшего «я». Благодарю вас. Второй вопрос. Как выглядят мои энергии? Как правильно ими заполняться? Это белый светлый поток, который напрямую заходит в макушку твоей головы, наполняя твой стержень. Если мы говорим о родных энергиях, а не энергиями чакр, так и заполняться потоком через коронную чакру, распределяя по своему стержню души. Вы закончили? Да, достаточно. Я думаю, да. Какой вопрос, такой ответ. Благодарю вас. Так, прошу прощения, я спросил за уровень высшего «я» и перепрыгнул сразу на третий вопрос, как выглядят мои энергии. Был еще второй вопрос. Я прошу прощения, уважаемая Елизавета, откуда моя душа? Хорошо, это мне показалось немножко странным, не зная, какие у тебя энергии, спрашивать, как ими заполняться. Мне тоже, прошу прощения. Ты ангельская душа, и энергии твои ангельские, как я уже сказала, белого, чистого, легкого цвета. Мы приветствуем представителей ангельского мира в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Благодарю за эту встречу и за место встречи. Благодарим мы вас. Идем дальше, Елизавета. Пожалуйста. Хорошо. Четвертый вопрос. Какой опыт должна получить моя душа на Земле? Ну, конечно же, опыт любви. Все ангелы несут свет и любовь. Баланс твоей души играет огромную роль. Вибрации и твое настроение. Как бы ты ни грустила, как бы плохо или неприятно тебе не было, в любых житейских ситуациях помни, что ты ангел, твои энергии внутри тебя несут свет и искру, которая не должна потухнуть из-за негатива, который ты принимаешь извне. Не допускай его до себя и старайся ограждаться внутренними энергиями, выставляя защиту вокруг себя из своей уверенности и внутренней силы. Эта защита не даст пробить тебя, и негатив не дойдет до твоего сердца, огорчая тебя. Все, что приходит, это не твои проблемы и огорчения. Помни об этом. Твоя чистота изнутри и свет должны распространяться по земле, неся теплоту и надежду на будущее. Добрые души должны объединяться и светить. Благодарю. Благодарю вас. Пятый вопрос. Как правильно выходить на связь со своим куратором? Обычно мы общаемся знаками, которые везде вокруг тебя. Но если ты хочешь связь вопросов и ответов в этом смысле. Извини, потому что бывает и другая связь, как посещение разных мест, общение. Но для этого нужны знания. Поэтому я уточняю. После знаков идет общение в легком трансе или же самогипнозе. Если ты сможешь достичь этого состояния, задавай короткий вопрос, и я отвечать буду коротко. Начнем с этого. Если получится, то общение перейдет на другой уровень вопросов-ответов. Самое главное, тебе не нужно напрягаться.
и ждать чего-то, ждать ответа, искать его в голове. Тебе нужно расслабиться, и информация пойдет потоком. Как я уже сказала, начнем с «да» и «нет». Попробуй задать вопрос несколько раз один и тот же. Поэкспериментируй, какой первый ответ ты получишь в разных ситуациях, какое твое состояние, смогла ли ты достичь бессмыслия или состояния транса. Если ты постигла самогипноз, здесь намного легче встречаться. Но это следующий уровень. Поэтому остановимся пока на первом. Знаки и короткие вопрос-ответы. Благодарю. Я благодарю вас, Елизавета. Шестой вопрос. О, извини. Пожалуйста. Я хотела сказать, что вся связь происходит телепатически. Как она происходит, зависит от твоего развития. Продолжай, пожалуйста. Благодарю. Шестой вопрос. Иду ли я по программе? Ты идешь своим темпом. Извините, здесь мне немного непонятно. По программе чего? Развития души или жизненных ситуаций, как семья, дети, работа и все остальное? Я бы сказала про душу. Здесь ты немножко медлишь и идешь медленным темпом, но правильным. Ты можешь посвящать больше себе и своему развитию. Но для этого ты должна освободить место в своем расписании. Как правило, душу человек откладывает на потом, на завтра, на послезавтра, на тогда, когда есть время, на когда я вырасту и пойду на пенсию. И вот тогда точно займусь собой. Конечно же, это неправильно. Здесь нарушается баланс. А когда нарушен баланс, человек устает, расстраивается и проводит всю свою жизнь в рутине. Я сказала это в общем. То, что тебе нужно, ты услышишь. Так что развитие твоей души может быть ускорено, но зависит все от тебя. Твое сердце, оно направляет тебя всегда в правильном положении, к источникам, к информации, а дальше решение за тобой. Я благодарю. И я благодарю вас. Седьмой вопрос. Сколько кармических узлов у меня было и сколько осталось? У тебя было 2 кармических узла, будет еще 2. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Какую информацию изучать для развития моей души? Я, по-моему, ответила уже на этот вопрос. Информации очень много. Альтернативной, правильной или неправильной. Чтобы понять, где правильная информация, у тебя есть сердце. Какую информацию я не могу сказать тебе, почитай эту или эту книгу, смотри тот или другой канал, делай йогу или гоняй энергией цигуном. Понимаешь, о чем я говорю? Твое развитие — это то, что просит твоя душа. Просит и просит бесконечно. Слова, которые всегда появляются. То, чем хочешь заниматься, ты изнутри подсказывает тебе. Послушай, пожалуйста, себя. Это очень важный момент. Мозг, он отгоняет все и возвращает тебя к житейской жизни. Но если ты научишься слушать свое сердце, ты поймешь, что самое важное, главное, а главное желанное для твоей души. Это желанное и будет то развитие, которое нужно тебе сейчас. Благодарю. Благодарю вас. Девятый вопрос. Можно ли узнать о воплощении, в котором моя душа пересекалась с моим другом Александром? Одну секунду. Я лишь скажу, что это воплощение было не на Земле. Это была миссия. Вы были партнеры. Я вижу корабль, в котором вы передвигались. У вас костюмы и оружие. Секунду, мне нужно смотреть. Да, вы работали в разведке межгалактической станции. Там вы и пересекались. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Елизавета. Десятый, последний вопрос. Хотелось бы услышать напутственные слова от моего куратора.
Я бы хотела активировать твои ангельские энергии и рассказать тебе, как они конкретно выглядят в твоих семи тонких телах, которые ты, конечно же, знаешь, обрамляют твой стержень и твои ангельские энергии. Дай мне руки. Я немного увеличу энергии, и ты прочувствуешь небольшой жар, радость и счастье внутри себя. Так работают ангельские энергии и, конечно же, вибрации, которые увеличивают эти состояния. Со временем эти вибрации станут для тебя обычным, с твоим развитием, если оно произойдет. Готово. Твой стержень, твой дух наполнен ангельскими энергиями, активирован и растекается по всему твоему телу приятными вибрациями. Благодарю. Благодарю вас, Елизавета. Остались заключительные слова Анны. А вообще, хочу сказать спасибо моему куратору. Всю свою жизнь я чувствовала большую поддержку в своих решениях людей, которые встречала и в ситуациях, в которых была. Постоянное руководство. Благодарю. О, это так приятно. Мне очень приятно, что ты замечаешь мою работу. Это значит, ты видишь мои знаки вокруг себя и чувствуешь сердцем, с кем общаться. Низкий поклон. Замечательно. Уважаемая Елизавета, вопросов больше нет. Стержень вы активировали. Остался маленький нюанс, который есть в этой комнате диагностики. У нас есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам сюда приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешения куратора Елизаветы, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее помощь, за ответы на эти вопросы и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Как приятно. Сегодня какой-то день приятностей. Я благодарю всех за эту великолепную встречу и с удовольствием принимаю этот подарок. Благодарим. Передавайте на этом месте от нас с Верой привет ангельскому миру. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Мы готовы убрать все препятствия, которые у них на пути сейчас, открыть им эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Очень приятная встреча. Благодарю вас. И, конечно же, я буду знать, куда направлять подопечных другим кураторам и буду рассказывать им об этом. Благодарим вас, уважаемая Елизавета. Всего вам наилучшего. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Анна, мы закончили встречу с вашим куратором Елизаветой. Вы получили все ответы на свои вопросы? Какая приятная встреча. Да, ответы получила. Очень интересные. Замечательно. Необычные и своеобразные. Буду читать между строк и разбирать, и наполняться энергиями на Земле. Хорошо. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии и знания перешли на физический план. И для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Анны в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем.